Всем привет! Это обзор на сыворотки из серии Salon Care. Все три штуки у меня есть, две в полноценных, полноразмерных версиях, а новая сыворотка с гиалуроном у меня была в пробнике. Но я успела сделать на нее свои выводы и успела ей попользоваться, и могу дать вам личное свое мнение на ваши суждения, как обычно в комментариях все возможно обсуждать. Ну, а для начала я представлю вам мое приобретение. Прислали мне на обзор сайт SoFeel. Это бижутерия, очень красивая бижутерия. Мне на выбор предложили что-то на шею. Можно было выбрать из различных вариантов, и как два имени, и сердечки, и полностью мое имя на цепочке, но я выбрала фамилию, три буквы, да, аббревиатуру своего фамилии, имя, отчество, и выглядело это, я даже не знала, как это будет выглядеть, но представляла примерно, но все равно однозначно невозможно представить, как будет выглядеть, потому что точных моих инициалов там, конечно же, на сайте не было. То, что вы сейчас видите, это SMV, здесь три буквы, M большая в серединке, и на самом деле издалека это просто выглядит каким-то ажурным украшением, сделано из серебра, я специально уточняла, серебро это или покрытие серебряное, но мне кажется, что это не серебро, а покрыто серебро родием, то есть, потому что обычное серебро, оно было бы темнее, это прям поблескивает, как именно родированное серебро. Никаких пломбочек я не нашла, мы же привыкли, что на серебре у нас ставят пломбы, 925-я проба, но здесь я ничего не обнаружила и не знаю, будем верить на слово, да, что это серебро. Кстати, когда я выбирала, я обратила внимание, что есть украшения подешевле и написано, что они покрыты чем-то, а вот это вот было просто написано, что оно серебряное, но все-таки у меня есть подозрение, что оно родированное. Регулируется цепочка, давайте я вам сниму, покажу. Сейчас. Регулируется на, получается, 4 варианта. Первый это с краю, второй, третий, четвертый колечки. Ну, больше в саму цепочку здесь никак не попасть, кроме как вот в эти колечки. То есть можно сделать прям под горло, укоротить и будет, ну, смотрите, ровно-ровно по шее. Какие еще особенности? Очень легкая, на карабинчике, посмотрите, есть еще вот такое милое сердечко. Видно вам фокус? Поймала? Поймала вроде бы. Ну, в общем, такое симпатичное украшение, я очень рада, что мне его прислали. Прислали достаточно быстро, недели две, наверное. Сначала примерно неделю изготавливали именно дизайн, мою букву М с моими инициалами. Вот здесь вот С, это Соловьева, Н, М и В. Вот здесь едва различимо, это мое отчество, начинается на букву В. Ну и в чем пришло? Пришло в большой коробке. В коробке была еще коробка. В этой коробке была вот такая вот, такой пакетик с пупырчатой прокладкой внутри. Дальше все это было вот в таком бархатном красивом мешочке затягивающемся. И внутри этого мешочка еще и в пленочке украшений. Причем оно было зажато вот здесь в замочек, на замок. То есть оно здесь не собиралось в кучу, а было вот так целиком лежало. Ну и салфеточка для протирания тоже от компании SoFeel. Вот здесь есть логотип. Кто хочет посмотреть, пройдите по ссылке под видео, там будет и абсолютно вся коллекция, там есть и бижутерия, и серьги, там ну, и кольца, в общем, все что угодно там есть. И также под видео будет промокод на скидку 15%, можете его скопировать, и компания даст вам скидку. Ну, а сейчас приступим к сыворотке. Начнем с той, что у меня появилась самой первой. Это из серии Oil Supreme, ценные масла. Артикул у нее сейчас посмотрим, 82.15, и это в чистом виде масло для волос. Масло для волос с очень для меня приятным ароматом, как его некоторые описывают, немножко мужской аромат, я с этим согласна, немножко, знаете, он такой мужской, восточный, что ли, аромат, но мне он очень приятен. Пользуюсь этой сывороткой давно, ее хватает ровно там пару капель на волосы. И, в принципе, все абсолютно три сыворотки я тестировала одинаковым образом. Сначала пару-тройку, даже, может быть, 4 нажатия растирала в руках и наносила на мокрые волосы. А затем уже на сухие, буквально 1-2 капли, я тоже так же растирала в руках и как бы завершала укладку. И волосы выглядят именно вот таким образом, как будто бы уложены каким-то средством, как будто бы они выпрямлены. Хотя после сушки феном
Я сушила с круглой щеткой такой натуральной щетиной. Немножко те волосы, которые покороче, торчали в стороны. То есть обычно я это укладывала каким-нибудь воском, приглаживала. А здесь достаточно и того же самого средства для того, чтобы создать вот такую гладкость. Ну и волосы какие-то такие живые, упругие, не пушатся, не выглядят как вата. Мне очень нравится. Сегодня у меня укладка сделана со средством Salon Care Smart Keratin, умный кератин. И у меня есть еще вот в таком виде я перелила в баночку 10 мл пробник. У меня был. Он мне достался при покупке по каталогу всего лишь за 1 рубль. Там был выбор, и я выбрала именно вот эту сыворотку, активный гиалурон. И в каталоге она выглядит в точно таком же флакончике, точно так же 30 мл. И сейчас ее можно купить, так, сыворотку за 299 рублей. Предназначена она для лишенной густоты истонченных волос, визуально увеличивает массу волос, придает им плотность, обеспечивает здоровый блеск, шелковистость, подходит для ежедневного применения, наносите на влажные сухие или сухие волосы по всей длине, уделяя особое внимание кончикам. Ну, давайте тогда уже про гиалуроновую вот эту поговорим. На ощупь это гель, это прям такой гель, совершенно не маслянистый, больше похож на гель для укладки. Наносила его так же, как я вам рассказывала, сначала на влажные волосы, потом завершала укладку на сухих волосах. И что сказать, нужно его, конечно, больше. Расход по сравнению с маслом гораздо больше. И хочу отметить, что у масла самый маленький расход. Пахнет, ну, чем-то пахнет каким-то средством для волос, гелем для волос. Не знаю, ну, в общем, смотрите, вот так немножко. Немножко тянется. Ну, прям ведет себя как гель. Сказать, что мне очень понравилось, я не могу. Хотя, вроде бы, вот такую же укладку сделать могу, но приходится расходовать гораздо больше средства. Сказать, что у меня какие-то волосы были увлажненные, ну, честно, вот у меня от вот этой голубой сыворотки и масла абсолютно одинаковые волосы, только масла нужно меньше. Теперь, про кератиновую. Из кератиновой у меня почему-то раз на раз не приходится. Я читала очень много отзывов, которые писали, что это просто, ну, супер такой восстанавливающий филлер, что он прям все-все запечатывает. Но у меня почему-то не каждый раз это происходит. Я не знаю даже почему. Вроде я всегда делаю одинаковое количество нажатий. И вот этот, кстати, смарт-кератин расходуется быстрее остальных. Здесь, посмотрите, использовано уже много. А на самом деле я всего 3 раза им пользовалась. И из 3 раз у меня один раз не получилось вообще ничего на волосах, хотя дозировка была та же, а 2 раза вроде получилось. Ну, то есть, если выбирать между всеми 3, да, то я буду голосовать, конечно, за ценные масла, просто потому что более приятный аромат и потому что расход очень маленький. Я не знаю, ну просто капельками расходуется по сравнению с другими средствами. Чем пахнет и что, как по консистенции? Пахнет маской для волос из этой же серии, шампунем пахнет также и по консистенции тоже напоминает маску для волос. Но для меня не очень приятный аромат, но он совершенно не задерживается на волосах, поэтому он меня никак не волнует. Ну и расход, конечно, великоват, я допользую, но больше покупать не буду. Ну а если говорить о сыворотке с ценными маслами, это просто находка, это просто супер. Для меня это лучшее средство из этой линейки. Буквально маленькая капелька маслянистой вот этой жидкости, вот такая небольшая капелюшка, и можно вот эту укладку просто взять и хорошенько по ней пройтись, даже если она вдруг не свежая, никакой жирности это масло не оставляет, несмотря на то, что это прям масло. Очень приятный аромат, его еще какое-то время ощущаешь на волосах, но если этот аромат не ваш, допустим, вы знаете, как эта серия пахнет, то он какое-то время на волосах еще будет держаться. Руки после всех средств нужно будет помыть, потому что после масла они немножко маслянистые и такие очень скользкие. Скользкие после абсолютно всех средств, но после масла еще и они и жирноватые. После этих средств они просто липкие. Я вам показываю упаковку от Estée Lauder. На самом деле вот голубенькая здесь эта сыворотка, напоминаю. Ну вот, в принципе, все, что я хотела сказать. Из 3 голосую я за масличко, все-таки и ухода больше всего. Ну, а эти как запечатывающие средства, ну, наверное, тоже имеют место быть, но
все-таки масло просто в предпочтении у меня. Что еще хотела сказать? Что мне не получалось, да, с этим филлером? Вроде все нанесла также на сухие волосы, посушила, а волосы как солома. Как солома. Я вроде должно что-то там заполниться, а не заполняется. Может быть, я, конечно, нанесла на волосы именно на прикорневую зону больше, а надо на кончики. Возможно, потому что из трех раз два все-таки получились хорошими. Да? Вот, допустим, сегодня мне очень понравилась с этим филлером укладка. Ну и по опыту могу сказать, что волосы меньше пачкаются, как ни странно, с маслом. Я не знаю почему. После филлера у меня на второй день голова уже такая, знаете, лучше, конечно, помыть. С гиалуроном нормально все с волосами, и с маслечком тоже все хорошо с волосами. А вот этот филлер, он, видимо, или в прикорневую зону я его наносила больше, или что. Возможно, не нужно его наносить на прикорневую зону, тогда не будет этих проблем с быстрым загрязнением головы. Ну, а так, конечно, попробуйте сами, тем более сейчас сделали пробники на каждую из этих сывороток, и уже сами для себя выясните, что вам нужно. Ну, а я, конечно, из этих трех средств больше всего рекомендую масло, но остальные тоже не могу сказать, что я не могу их рекомендовать, просто они мне не так понравились, не так подошли. Ну, не забывайте, кто хочет скидку на Faberlic, проходить по ссылке под этим видео, там будет написано «Подписаться на Faberlic», получить скидку 20%. По этой ссылочке проходите, это Faberlic, ну а по другим ссылочкам пройдите на сайт SoFeel и посмотрите, что там интересного. Ну и, конечно, воспользуйтесь промокодом 15%, там есть и так со скидкой товары, не знаю, будет ли он на них действовать, меня об этом не уведомили. Ну, посмотрите, сработает на распродажные товары. Так, очень хорошее качество, и мне прям понравился этот. Это мое новое украшение. Обязательно буду носить, думаю, будете видеть в моих видео. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Соловьева Марина. До новых встреч. Всем пока.